Мы, конечно же, любители горячих источников. И вот в очередной раз мы добрались до одного из таких. Очень такое красивое место. Сейчас утро, 8 утра. И народу никого. Горячий ключ бьет прям из-под земли. Здесь очень комфортно. И прям как джакузи. Вообще круто. И Да. дно камешками выложено. Дно камешками. И вот как джакузи здесь. Пузырьки идут. О, спускаюсь. О, смотрите. Вообще шикарно. Прикольно Да? И очень. Марьянке там прикольно. А, доча? Ва, поплыла. Это находится на юге острова Суматры. Калианда, городок называется. Здесь в окрестностях вот этого вот холма еще есть серный водопад, но мы до него, наверное, уже не поедем, потому что мы держим путь в Джакарту, на Яву. Здесь вот в этом месте три бассейна. Вообще очень приятное место. Все, кто здесь будут в этой эре, могут посетить его. О, здесь прям походу другая вода какая-то. Запах стоит на всю округу. Очень такое приятное место. Глубина достаточно комфортная, тут для детей и для взрослых. О, водичка. Да, сейчас. Вообще класс. Классно, да? Да, клево. Реально, джакузи Джакузи, вообще. да? Первый раз мы в таком, что вот прям вот из-под земли вот так вот бьет ключ и пузыречки. Шикарно. И дно такое, знаете, каменистое. Да, очень приятно, очень натурально. О, вообще классно. И температура, главное, очень комфортная. Бывает иногда не очень комфортно залазить в воду, потому что очень горячо. А здесь классно. И не холодно, и не так тепленько. Прям вообще здорово. Даже сейчас, может быть, сделаем одну фотографию. Нюрка, ну-ка поближе вот сюда встань. Оп. К пузырькам. Пузырька. Ага. Ну-ка, покажите, как папа купается. Папа купается в пузырьках. Да. Пойду в пузырьки. Пузырьки. Ребята, это просто надо посетить. Круто. Мы прям очень довольны, что добрались до этого места. Вообще необыкновенно. Вход 50 рублей с человека. Везде гранатовые деревья растут. Кстати. По городу, да. По городу, да. Так что давайте всем до встречи. Да, мы тут в джакузи побулькаемся.